Всем привет, дорогие друзья! Сегодня с вами Пума и моя хозяйка, котенок Намбаван. Да, всем привет, дорогие друзья! Сегодня, скажи, Пума, что мы будем тебе делать? Поскольку я пойду в первый класс, я буду делать дневник. А тетрадки в следующем, наверное, ролике буду делать. Ну вот будет основа для моего дневника. Да, мы с Пумой уже согнули альбомные листочки или обычные листочки. Вот. И мы из этого будем с Пумой делать ей дневник. И что для нас понадобится? Листочки, но вы заранее, пока начало вот смотрели, согните их. Вот, линейку. Вот такая обычная ручка, пенал, в котором будет очень много карандашей. И, собственно, сами карандаши, которых очень много у меня. И, Пума, мы тебя сейчас, отпустим погулять, а сами сделаем тебе сюрприз. Давай. Ну, давайте-ка начнем. Боже мой, Пума, что ты делаешь? Сейчас я встану стакану. Я надеюсь, вам отсюда будет видно. Так. Короче, теперь мы. Я чуть не забыла, простите. Нам еще нужен будет клей. Клей. Без клея это уже не будет. Вот такой вот клей. Нам еще понадобится. Ну, давайте начнем. Первым делом давайте оформим это все. Давайте. Сейчас я возьму из моего пена карандаш. Вот такой. Нам нужно будет написать дневник Пумы. Как вы знаете, ее так зовут. Давайте напишем что-нибудь. Сначала ручкой, а потом вы сами узнаете, чем. Вот. Ручкой пишем. Школа у нее называется первая. Кто не умеет писать, тому пусть поможет мама. А если вы это будете делать Дане, то кто не умеет писать, то я не знаю, что вы будете делать. Возможно, просто сидеть и смотреть это видео. И да, кто не забыл, чтобы вы не забыли, и я могу перестать это делать, чтобы вы не забыли, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и поддержите моих друзей Апельсина и Дарью и Топ-кошку. И, пожалуйста, поддержите их тоже лайком и подпиской. Они очень этого ждут. И также подписывайтесь на все наши три канала. Скоро у нас будет совместное видео. Вот так вот у меня получилось. Очень хорошо у меня получилось. Я надеюсь, у вас так же. И теперь, если у вас есть... У нас должны быть
наклейки. Сейчас я возьму наклеечки, если у меня есть. Да. Именно поэтому. Мне очень интересно, как вы посмотрите на то, что... Вот, я боюсь говорить, что вам это показывать. Мне кажется, у многих есть вопрос. Видите? Это моя грамота. Да, я думала, кому-то это точно было интересно. Это грамота по школе. Да. Теперь идите. Можете идти поискать наклеечки, если у кого-то. Если я кого-то точно нужна, вы мне помогли. А это, конечно же, все. Вот, простите, я сейчас не подумала заранее. И получается, мы будем рисовать нашу пулю. Нет, рисовать ее лицо в кружочке. Кружочек у нас есть. Нужно просто обвести руку. Да, дорогие друзья. Вот, расставляем ваш предмет круглый, в котором вы будете рисовать. Это тем, у кого нету наклеек. А если у кого есть наклейки, они их наклеили. Можете выключать. А кому просто и так интересно, можете посмотреть. Просто смотрите. И я вам все показывать буду. Так. Как это сложно. Так, обводить это все надо. Вот. И для этого нам еще понадобится, конечно, терочка. Ну, то есть канцелярские принадлежности. Я же говорила, пенал. Пенал нам 100% нужен. Ну, не, друзья. Вот так. Теперь рисуйте вашего котика. Или если это дневник просто для вас, тоже, ну, короче, рисуйте. Для кого это дневник? Вот я, поскольку очень художественная личность, я нарисую своего кота с прошестью. Ну, главное, нарисуйте мило, чтобы потом, когда он заглянул на этот дневник, он сказал: ой, какой красивый дневник, спасибо. И чуть-чуть прираскрашиваем глазки. Можно это делать. И это все делать вот карандашом. Карандаш я показывать не буду. Ну, как бы, зачем? Это карандаш. Вот, давайте дальше. Усы, если это у вас кот. Волосы, если это человек. И вот. Вот так рисуем. Ну, я сейчас чувствую себя рисователем. А, ну, художником, чем больше показывателем, чем влогов. Вот. Сейчас я вам покажу, как у меня получилось. Вот у меня вот получилось. Вот так. Это уже вот такого дня. Если это у вас любой зверь или живое, то нарисуйте ему туловище, чтобы это было как бы похоже на вашего кота или вашего друга, или на вас. Вот. У меня вот получилось уже прям совсем вот так. Мой дневничок. Это мой дневничок, и я буду сейчас его оформлять видео. И давайте же просто украсим это все. Надо просто это все украсить сейчас. Украшаем, как вам это хочется. Хочется сделать. Откуда я взяла идею? Я ниоткуда не взяла. Я придумала сама эту идею. Хотя у меня, мне кажется, кто меня смотрит, будет брать идеи. Ну, если будут брать идеи, мне очень интересно посмотреть на их видео. Так, 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 так.
и берем, раскрашиваем все, чтобы все было как раз. Красота, чтобы была, короче. Нашему котику. Чтобы, когда он пошел в школу, он не опозорился. Учителя будут в сезонах. Да, это будет небольшой фильм. Фильм там подобно 24, 20 или даже 15. Я не собираюсь, потому что это будет мой новый первый фильм. И можете уже стирать линии, да. Вот эти, на которых вы писали. Это все. Да, на которых вы это все писали. Я стерла и вот пока что как у меня получилось. Вот. И теперь мы все туда очень аккуратненько закрашиваем. Мне, дорогие друзья, я сейчас просто проголодалась. А вы бегом идите за салфетками, что, конечно же, сделаю и я. Ну, потом это будет в следующей серии. Всем пока-пока. Ладно, друзья, мы наделаем следующей серии. И закадов. Пока-пока. Пока-пока, дорогие друзья.